Дежурная служба МЧС, чем помочь? Такая ситуация произошла. Женщина в темноте немножко шла в больницу реабилитации, не заметила решеточку. Нога туда провалилась, и она сейчас вот не может немножко выбраться. Надо ее немножко как-то спасательную бригаду как-то распилить или что. А что за решетка? Ну, там, я не знаю, слив какой-то или что это такое там. В асфальте, да, получается? А? В асфальте он, на земле? Не в асфальте, но возле здания. Тут здание, получается, больница медицинская реабилитация. Она хотела обойти здание, тут как, ну, как подвальное окно такое, что-то это. И все. И она не заметила в темноте его, ногой туда шагнула, и все, он сейчас лежит. Хорошо, сейчас приедем. Все, спасибо, жду.